Wuppertal überhaupt in die erste Cup-Hauptrunde vorstoßen konnten. Ein 1:0-Sieg gegen Langer Ball auf Oberlin. И Жонас спиной к воротам. И можно, пожалуйста, продолжать. Никто не мешает. Tiefe auch noch einmal auf diesen Mann eingestimmt und auch vorgewandt. Langschnurren etwas früher. Gib Sorgen. Aber da haben die Berner ganz bestimmt noch Luft nach oben. Soleimani jetzt wieder in der Defensive gefordert. Aus Bern der zweiten Halbzeit von rechts nach links. Вовремя сориентировался в ситуации. В итоге мяч потерян, но тут же высочайший прессинг. Учаев его навязывает. Дальше оплевываться вынужденный футболист. Баланта. К нему тут же приближается Константин Учаев. Пожалуй, самый активный игрок в армейском прессинге. Футболу Загоев. Кажется, что этот уголок, он все-таки слегка приоткрыт. Но удар действительно хорош. Плотный, резкий. Все вроде бы и правильно делал Марио Фернандес, но чуть-чуть не рассчитал. Хотя отметим, что там